Работники заливают раствор в особые вертикальные кассеты. Вскоре отсюда на свет появятся бетонные строительные панели. Чтобы понять, почему компания «Союз» гордится новым производством, надо рассмотреть продукцию вблизи. Панели непривычно гладкие, ровные. Мы не столько говорим о эффекте, который мы получаем здесь на производстве, сколько говорим об эффекте, который мы получаем на стройке. Потому что кардинально меняется структура подрядных работ на стройке, и практически один из самых трудоемких процессов – это отделка, он со стройки уходит. Это называется категория А2. Для отделки достаточно одного слоя краски и шпатлевки. Секрет качества внутри линии. Вибраторы выгоняют из бетона мельчайшие пузырьки воздуха. Магнитная оснастка позволяет делать панели даже нестандартных размеров. Электроника контролирует весь процесс. То, что является стандартом во всем мире, наконец пришло на Алтай. Гости презентации, представители власти и бизнеса признают, это важное для экономики региона достижение. Пример, конечно же, для подражания всем. Не надо ныть, не надо стонать, что все плохо, да? Надо просто брать и делать, вот как делают нормальные руководители. Новая производственная линия работает наряду с той, что запущена ранее, но та позволяет отливать изделия более сложных форм. За год весь комплекс может произвести панели для 200 тысяч квадратных метров жилья. По словам Владимира Отмашкина, это полностью закрывает потребности строительной отрасли края. Илья Кчетков, Александр Антропов, «Наши новости».